Я что-то давно не делал обзоров на вирусы. Поэтому мы сегодня исправим это недоразумение, и на обзоре у нас будет Explorer Gen от человека под ником DarkTick. Не будем вдаваться в подробности и сразу перейдем к виртуальной машине с Windows 7. Перед началом у нас будет предупреждение, мол, вирус опасен, может сломать систему полностью и так далее. Все как по классике этих GDI вирусов. Ну а после предупреждений в виртуалке начался сущий кошмар. А где продолжение? Где синий экран? Окей, давайте перезагрузимся и посмотрим, что с загрузчиком. И где испорченный загрузчик Windows? А хотя... Я уже знаю ответ.
Ведь этот вирус был не вирусом. Ого, Джесс, сделал обзор не на вирус, а на какую-то хрень, которая ни хрена не делает. Ужас, кошмар, надо отправить веб-атомные бомбы на дом Джесса. Если серьезно, то получилось вполне неплохо. Только вот не хватает порчи и закрутчика, и самой системы в целом. И видео снова получилось коротким. Жесть. Но возможно, в скором времени сделаю обзор на очередную сборку. И еще в планах у меня сделать снова видео без моего идиотского голоса. Ну а так я надеюсь, что вам это видео понравилось. Почему не постесняюсь попросить вас поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик для наслаждения моими видео в дальнейшем. На этом у меня все. С вами был Джастер Дэвил. Всем удачи и до новых встреч.